Привет, друзья! Четверг сегодня, разминочка перед завтрашней пятницей, парочку анекдотов. Короче, первый такой смс-разговор двух влюбленных, и парень пишет: «Дорогая, любимая, если ты сейчас улыбаешься, пришли мне свою улыбку. Если ты сейчас спишь, пришли мне свои сны. А если ты сейчас плачешь, пришли мне свои слезы». И девушка такая ему отвечает: «Вот я сейчас в туалете, мне тебе что прислали?» Пока, ребят, всем здоровья и процветания, сейчас еще будет.